Люберецкий пловец на сверхдлинные дистанции Сергей Вялов совершил рекордный заплыв в Дагестане. В конце сентября в рамках международного марафона «Сулак Рейс» спортсмен преодолел 27 километров вдоль Сулакского каньона, который является одним из самых глубоких в мире. Организаторы усложнили задание участникам, и 20 километров дистанции пришлось плыть против течения. Сергей Вялов финишировал с результатом 9 часов 47 минут и занял третье место. Раз в этом году я... Ура!